В социальных сетях показали, как выглядит разрушенный мост вблизи Иванково в Киевской области. Его уничтожили 25 февраля во время попытки российских войск оккупировать регион. На опубликованном видео можно увидеть, что часть моста была полностью разрушена и, скорее всего, не подлежит восстановлению. Иванково был около месяца оккупирован российскими войсками, которые впоследствии сбежали от вооруженных сил Украины. Иванково находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.